Здорово, дружище. Сегодня мы с тобой посмотрим Валеру Гостера. Еду на велике в голове ля-ля-ля. Звучит как отличное название для видео. Странно, это какой-то браузерный хоррор. Про бургеры и холодильники. Очень поздно, я должен отнести свою голову домой. А голова моя, судя по всему, в этой коробке, да? О, я велосипедист. О, ес. Я могу дзынь-дзынькать колокольчиком. Блин, прикольно, кстати говоря, игра про велосипедиста первый раз вижу. Бургеры и холодильники. Скорость, это я люблю. Скорость, это вообще мое все. Крути педали, пока не дали. Здорово. Привет. Жесть, он суетит вообще. Как можно на такой скорости лететь? Он же мог кого-нибудь сбить. Вот, например. А, ну вот. ДТП? Ой. Ой, еще кто-то катается. Привет, постой! Остановись. Что? Че? Очень поздно, я должен съесть маму. Кого? Про мать зря было, честно говоря. Вот это. Про мать зря было. Туннела. Блин, Валера звучит как пьяный. Он, знаешь, он что, бухал? Это что? Типа, чел держит невидимую коробку? Смотри мне. А, ну да, снова этот пожилой стритрейсер. За дорогой следи. Ёп твой! Это типа какой-то велосипедистский ПТО. Ну да, ну да. Короче, это велосипед-убийца. Вот это мыло, смотри. Съел. Ой, девушка, осторожнее, здесь велосипед-убийца лежит. Надо ее догнать и подкинуть. Надо ее подогнать и сбить. Какая-то петля. Да, сыч, дыщ, эхал, жблигу. Хоть раз в жизни монгольский пригодился. О май факин град. Я думал немецкий. Каждую петлю проверяем наших друзей. Анонимный стояка, мертвый лежака и... Дед, скорость! Это я. Это я, когда всегда. Дзынкать можно, классно. А где этот? О, вот он. Лох, блядь, я тебя запомнил. А где этот суетолог местный? Ой. Ничего необычного, парень слушает свою любимую музыку. Я хотел сказать, что это классика, просто музыку слышит, ему по кайфу, современный фонк слышит. Не бойся, мой маленький бутербродик, я тебя защищаю. Велосипеду совсем плохо становится, он прям истекает, бедняга. Позовите велосипедистных врачей, ему нужно сделать искусственную вентиляцию седла. Ох ты, поезд. Привет. Чё ты мне перегородил? Я на главной, давай быстрее вообще-то. Ой. Не-не-не надо. Что-то это не к добру у меня такое ощущение складывается. А что такая милая девушка делает здесь одна в лесу? Одна будет два. Беру свои слова назад. Сваливаем за поездом. Да ёп. Да как нельзя по рельсам ездить, вы чё? Нет-нет-нет, извините, девушка, я не знакомлюсь. Ёп, да что ж такое? Ох уж эти девушки постоянно хотят познакомиться, скажи. Да отстань, а. Крадется такая. Вот, ну это буквально. Ты чё там, ты чё, ты... Извините, на уточку наехал, по-моему. О, снова петля? Ну да, привет. Какой-то австралийский язык. А чё, у меня бургер с кровью? А чё, он дрожит? Утка. Слышишь, утку ты, medium rare, не бузи там. А где парень на кресте? Началось безумие. О. Алло, дед, проснись, ты за рулем. Не на Тесле едешь? Опа, велик сперли. Или он ушел? Это велика следы? Он вылечился просто. А! Ты че, без рук можешь? Нифига ты. Я тоже без рук могу, смотри. Опа! О, туннела. Че в туннеле? Света нет. Блин, раньше туннела не было. Че сейчас за сюрпризы ожидать? Это что? Это кто? А, это кто-то стоит с белоснежными улыбками, нифига себе. Жесть, типы стоят, сами черные, зубы светятся. Реклама локалюта, что ли, здесь у вас? Вы слышите? 9 из 10 стоматологов. А, это ты как-то меня вообще догнал со своей ездой. Обосраться! Здорово, теперь меня хочет сожрать молния Маквин. А дороги, кстати, как у нас в России, в принципе, нормально. Асфальта чуть-чуть нет. Местами дорога отсутствует полностью. Ну? Так у меня дорога такая же в городе, ты чё? It's...
класс. Зацензурили теперь мне просто слово. Мало того, что я просто не мог его разобрать. Там просто банвор. Когда оно было в английском языке. Мне еще и усложняют каждый раз. Просто чудесно. О. Че ты пялишь на меня? Вот мы и встретились. А ну остановись, я тебя догоню. А когда магнак машник не съем свой амбурга? Что? Снова дед? Бля. Я испугался, в стену врезался. Осторожно, злой велосипед. Что это знак обозначает? Да, осторожно, злой велосипед. Слышишь, я не могу так быстро ехать. Вот почему она побитая, разбитая постоянно. Так носиться, конечно, по дорогам ночным. Ты что, ненормальная? Ты когда-нибудь падал на велосипеде? Прям жестко так, чтобы. Огромная рыба? А, нет. Ты должна застрять! Ты не должна ползти здесь, сеструха! Как же она быстро бежит! А можете меня пропустить, пожалуйста? Мне пизда, не зажимайте! Ля, почему на велодорожке какая-то тварь огромная? О, маленький туннель в большом... Она просто ребенка выводит. Блин, у тебя ж такое тоже было постоянно, когда ты едешь на велосипеде, на велодорожке огромная женщина какая-то с ребенком едет. Вот это она. Туннель, это спасение. В такой же ты не пролезешь. Нет, ай! А куда вы свои руки тянете? Это мой бургер. Я подай, должен его довезти. Я доставщик, работаю 3 дня мне без зарплаты. Надо. Берите лапы свои грязные. Снова ты! А, ну все. Это Валера. Вау. Вы посмотрите, как красиво стало. О, блин. Это 2 лата. Ну или если... Это 2 лата. Поздно. Бля, Валера и его английский язык, это просто идеально. То есть я все-таки доставщик. И меня теперь кошмарят за то, что я опаздываю. Вы кто такие? Нет, это не ваш заказ, я вам не отдам. Я вас сейчас задзынькаю до смерти колокольчиком. Летите. Там сзади какой-то унитаз на небе. Правильно, вон. А в чем я вообще катаюсь? В кишке великана вон, какого-то? И это выход, типа, или что? Я вижу экзит, выпускайте. Не понял. Вы не перепутали меня? Я не Иисус. Давайте спускайте, короче, я пошел. Обожаю лото, кстати, тоже. Ого. Автоботы трансформируются. Достаточно. Тебе здесь не место. Да, я тоже так считаю. Спасибо, мистер Скелет. Спасибо, мистер Скелет. Запятая. Наруто! О, я захавал бургер. Все нормально. Мои сны каждый день просто. Я был тем дедом, который там гонял. Ничего не понял, все равно просто. Чё автор хотел этим сказать? Почему у меня машина похожа на квадратный кусок мыла? Здесь очень глубокий смысл, вы не понимаете. Вы не понимаете. Вывод, не катайтесь на велике, иначе на вас наедет какая-то странная женщина. По словам бати, как он добирался до школы? Человек, долго ждущий доставщика. Наверное, у него много заказов. Что происходит на самом деле? Голова в коробке, когда маме звонишь и забыл дома голову. Забавно, забавный видос. В этот раз мне прям понравилось. Вначале Валера немножечко разгонялся, но даже хорошо. Видео как зарплата, всегда хочется больше и всегда мало. Это правда. Блин, меня на 2 лата просто разнесло. Вывод, не ездите как дед. На самом деле, по сюжету он типа сбил Черика, да, наверное? И все. Ну тогда ладно. Я уж думал, колесо спустило, это бы просто девку какую-то сбили. Не смешно. Смешно, смешно. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Пока. До скорого. Удачи.